Собственники помещений в многоквартирных домах в любое время могут изменить способ накопления взносов. При переходе со счета регионального оператора на специальный счет собственникам необходимо провести общее собрание и принять решение об изменении способа накопления взносов, установление ежемесячного взноса на капремонт, перечня услуг и работ, сроков проведения капремонта, определение владельца спецсчета и кредитной организации для его открытия. Решение необходимо направить региональному оператору в течение 5 рабочих дней после принятия. Через 2 года после направления региональному оператору решения оно вступает в силу, и денежные средства, накопленные в общем котле, в течение 5 дней будут переведены на специальный счет. В обратном случае, если собственники приняли решение на общем собрании формировать фонд капремонта на общем счете регионального оператора, то указанное решение необходимо направить владельцу специального счета и региональному оператору. Решение вступает в силу через 1 месяц, а средства в течение 5 дней переводятся региональному оператору. Решение собственников помещений об изменении способа формирования фонда капитального ремонта принимается большинством, не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.